gros? Je ne sais pas, attends un peu. Regarde un petit peu. Ну и как уже упоминалось ранее, усилиями HMR Production, Heavy Metal Rock Production в лице Александра Бурея продолжаются съемки, вернее заключительный этап съемок постапокалиптического короткометражного фильма. Работаем на Canon Mark II. Конструкцию, конечно, вы видите. Это Canon Mark II с объективом 70x300. То есть телефотообъектив используется. И вот эта вся конструкция, которую я собирал в течение нескольких месяцев. Я также использую кинопроекторный, аноморфотный объектив Kiptar 2X. Немецкий объектив, где-то, наверное, 60-70-х годов. Это объектив от кинопроектора. Ну, оно ужимает изображение изначально 4:3. И потом выдает на 16:9. Ну, это в кинотеатрах так было. А в реальной жизни, когда мы его снимаем на 16, потому что в Кэноне 16:9, оно выдает 2х, то есть это очень широкоэкранный такой. Идет заключительный этап съемок, снимаем оставшегося в живых путешествующим по уже пустой планете, ну, где только одни зверьки, птички, насекомые остались, ну, и еще кое-что. Мы не будем раскрывать все карты, но людей уже нет. Значит, последние эпизоды снимаются, все съемки происходят в Бельгии. В Валонии основные съемки производились на бывшем сахарном заводе заброшенном. Ну, вот там все основная сцена будет происходить. Не буду, опять же, рассказывать о чем. Сами увидите. Продолжайте следить за новостями. Буду выкладывать, как развиваются события. Да, ну и по этой схеме. Очень нелегко снимать с этим объективом, потому что нужно, во-первых, чтобы ровненько все стояло относительно земли, чтобы завалов не было. Потому что, если что, сразу пойдет перекос влево-вправо, деревья будут уже криво расти и вообще все. Вертикальные линии в горизонтальные превращаются. Ну и также нужно резкость наводить двумя. То есть сначала отмерить, сколько метров до объекта съемок, потом выставить объектив на этот метраж, благо там до 100 метров и потом бесконечность. А так там до 5. Вот тяжело тоже, что минимум 5 метров. То есть ближе 5 метров не подойдешь, потому что резкости не будет уже. Вот, и потом еще выставлять второй объектив. Но результат, как вы увидите далее, ну не в этой программе, а в следующий раз, очень даже такой специфический. Чем-то мне напоминает вот те фильмы, которые я смотрел в кинотеатре в детстве. И вот на весь этот экран, этот объектив придает такие интересные артефакты, выдает очень интересно. Так что до новых встреч!